Здравствуйте, Михаил. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик на моем тестовом объективе. Наклеенный с помощью двухстороннего скотча. Сейчас я его проверю в моей камере. Я запрограммировал фокусное расстояние 85 мм. Диафрагмы от 1,4 до 22. Ловушка фокуса включена. Ловушка фокуса работает только в режиме АФС. По моему опыту, на бесчиповых объективах Samyang для Nikon все-таки юбка не пластиковая, а металлическая. Если она у вас тоже окажется металлическая, это с одной стороны усложнит задачу, будет по времени немножко дольше делать пропиливание, но с другой стороны она облегчит задачу в том ключе, что не нужно будет использовать дополнительную полочку для того, чтобы установить одуванчик. А нужно будет только сделать правильно нишу в нужном месте, и первоначально мой совет: наклеивайте на двухсторонний скотч. Вот кусочек идет в комплекте. Калибр для точного позиционирования. Но в любом случае, когда вы клеите одуванчик, то ориентация должна быть следующая. На вашем объективе, когда вы выкрутите диафрагму вот так вот на 22, то смотрите, или красная точка, или черная точка, или черная стрелочка. Средний контакт одуванчика, то есть четвертый слева, когда вы смотрите вот в этом ракурсе, или второй справа, должен смотреть точно на диафрагму 22, или красную, или черную точку, или стрелочку. Вот если смотреть сверху, то это контакт второй справа. Специально, чтобы не ошибиться, ни в коем случае не прикладывайте одуванчик не наклеенным в камеру, вы его просто сожжете. Вот видите, калибр так устроен, что перепутать стороны наклейки одуванчика невозможно, потому что люди умудряются поставить одуванчик кверх ногами, вот так вот, когда 4 слева, если сверху смотреть, или вот так вот, 4 справа, 1 слева, воткнуть в камеру и сжечь одуванчик. Ни в коем случае так не делайте. Итак, видите, повторяю, одуванчик вот таким образом. Если смотреть сверху, и вот так вот, если смотреть сбоку. Вот. Также, после того, как вы проверили на скотче, вставили в камеру, отметьте уже точно границы посадки одуванчика. Если ниши недостаточно, пропилите еще справа или слева. Ни в коем случае не наливайте клей непосредственно из тюбика сразу на байонет. В комплекте с клеем идет зубочистка, то есть открыли тюбик, аккуратненько, тоненькую, маленькую капельку достали, нанесли на место наклейки одуванчика, предварительно обезжиренное. И только потом поставили одуванчик, потому что даже пары клея, не говоря уже о каплях клея, попавшие на контакты одуванчика, закупорят его, и вы просто-напросто потеряете одуванчик и деньги. Сейчас я это все упакую и отнесу на Justin. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.